выше главной. Хочу пройти повыше туда кратно, чтобы посмотреть оттуда. Обойти вокруг вот это вот ратуша наша. Я слою тут хорошее место, здесь на горочке все видно отлично, там меняются пейзажи грузинские, на сцене выступает группа какая-то грузинская, так девушки мне прямо заслонили, надо отойти чуть правее, что ли, стать. Особенно много женщин такого возраста, за 50, у которых еще воспоминания о грузинских мужчинах хорошие остались. Вот они стоят. Еврейского собора. Тут памятник Скорин, этот площадь. Oh,
такое там. Обычно самое интересное, конечно, бывает под вечер, там многоголосие грузинское, и лучшие артисты обещали, что приедут звезды вообще грузинские. Приехал сюда на велосипеде фирмы Колобайк. Велосипед я получил еще на Горецкого. И вот оттуда двигался, потом значит, по Притыцкого далее, потом на Петра Глебки, и вот оттуда потом дальше на Кальварийскую выехал. И по Кальварийской приехал сюда на площадь Свободы. Интереснее, пока немножко прогуляемся вокруг по площади.